Потом покажем, решили предоставить методику лечебного массажа при беременности, так как этой проблеме уделяется мало внимания. Мы решили сегодняшний показ посвятить ей. Во время беременности массаж проводится во все три триместра. Только немножко небольшая специфика. В каждом триместре у мамочки, будущей мамы, беременность протекает все по-разному. В первом триместре это довольно-таки часто токсикозы, тошнота, головокружение, головные боли. Во втором триместре это чаще всего за счет того, что расширяется таз, идет невралгия седалищного нерва, ЛЖИС, ИШИАС, частые боли. Идет также в третьем триместре это часто отеки в связи с повышением веса плода, появляется отечность, тяжесть, боли в суставах. Так как у нас третий триместр, сегодня мы будем делать шейно-воротниковую зону, верхние конечности, волосистую часть головы и нижние конечности. Да, это используется специально для данной пациентки. Было подобрано масло с какао, с ши, с ванилью. Так как запах какао помогает вырабатывать выброс эндорфина, что благотворно сказывается на психоэмоциональном состоянии будущей мамы, а соответственно и на плод. Для каждой пациентки масло выбирается индивидуально. Учитываются ее физиологические, то есть здоровье, если аллергии нету, учитывается состав кожи, жирная, сухая, соответственно, выбирается соответствующее масло. Можно использовать ароматерапию, но это, опять же, для каждой индивидуально, потому что в данный период аллергия очень плохо будет сказываться не только на здоровье будущей мамы, но и на ребенке. Также хотелось отметить, что обрабатываются также межреберные мышцы, так как в данный период, особенно в третьем триместре, растет плод, он давит на внутренние органы, давит на диафрагму, в связи с чем появляются отышки, недостаточно кислорода. Обрабатываются межреберные мышцы, чтобы увеличить пульсирование клеток. Thank you.
Я
большая отечность, верно, конечно, конечности. Первый массаж. Так как при выходе на беременность, декрет, чаще всего мамочки ведут малоподвижный образ жизни, поэтому в мышцах накапливается молочная кислота. Так как их находится на противозаконном росте, также тут находятся три точки, которые улучшают кровообращение. Thank you.
кого не рассказать, он отослал мышцу, разблокировал сустав. Со второй конечностью также проводим такую же процедуру. Теперь приступаем, после того, как обработали верхнюю конечность, приступаем к массажу нижней конечности. Снять нижнее напряжение, снять отечность сустава. На левом боку также, когда лежит пациент на левом боку, мы производим профилактику, так как матка немножко ротирована вправо, поэтому гинекологи частенько в третьем триместре рекомендуют своим пациентам в течение дня лежать на левом боку, подготавливаться к беременности. Так, Серёжа, немножко что-то хочешь поставить видеокамеру? Мы обрабатываем нижние конечности, но также спину во втором триместре можно обрабатывать поясничную область, но не затрагивая область поясничного и крестцового отдела позвоночника, так как это является обострённой зоной. На более ранний срок беременности можно принимать и другое положение, не только на боку. Можно будущей мамочке ложить под грудную клетку подушку и под нижней конечности валик и делать лежа на животе. Также делается на ковриках гимнастических. Мамочка присаживается, поджимает колени под себя, живот выпускает между ног, вытягивает руки. Можно делать в область спины. Желательно также в третьем триместре обращать внимание на походу седалищного нерва. Так как я уже повторюсь, говорил, что часто появляются ишиалгии за счет того, что расширяется таз. Обращать внимание на суставы, на тазобедренный сустав, на коленный сустав, так как с ростом плода, увеличением его веса, нагрузка на суставы увеличивается. Также обращаем внимание на стопы, так как увеличивается отечность. Но в данном случае тоже пяточку не трогаем, так как это тоже является абортивной зоной. Там находится проекция органов малого таза.
Легкое поглаживание можно проводить, но без энтузиазма. Сейчас и стопы обрабатываем край стопы, так как здесь находится проекция позвоночника. Но опять же не доходим до пятки, так как там пояснично-крестовая область. Осталось 5 минут. Осталось 4 минуты. Тоже самое. У нас сегодня все, массаж закончен.